я не понимаю, про что говорят люди, как говорят про я, да, вот. Что они хотят этим сказать? Вот там, я никогда, вот, что ты говоришь? Потому что мы здесь с тобой вот так оказались в этой сейчас пропорции, поэтому мне это все заявление, да? Я такой человек, что, какой ты человек, что ты несешь? В общем, просто, ну вот, ну так красиво, понимаете, отсюда посмотрел, ты такой человек. Пошел другим, ты вот такой человек, потом вот такой, вот сякой. И везде можно как бы с оттягом, так сказать, выдавать все, что заблагорассудится. И это самое главное, что разрушает вас изнутри. Потому что на самом деле вы теряете собственную целостность. Вы теряете способность, как бы сказать, идентифицировать свои реальные потребности. Вы превращаете их в какие-то социальные роли.